Инициатива республики по разработке стратегии 2030 совпала с новым вектором федерального правительства. Глава Якутии Егор Борисов 1 октября принял участие в заседании Совета при президенте России в рамках Сочинского форума. На нем рассмотрели вопросы по стратегическому развитию и приоритетные проекты. В своем выступлении председатель правительства Дмитрий Медведев расширил ранее озвученные тезисы о необходимости внедрения проектного управления прежде всего для максимальной концентрации финансовых ресурсов. По мнению главы Якутии, новый вектор направленный на развитие проектного управления в масштабах всей страны, создает благоприятную среду для разработки и последующей реализации республиканской стратегии 2030. Дмитрий Анатольевич сегодня выразил те опасения, которые имеют определенные последствия, в частности, мы слишком много теряем времени, получается неэффективная работа в целом государственного аппарата. Мы с этим согласны. И в республике Саха-Якутия, вот по принципу проектного управления, мы уже свою работу начали. И мы сегодня конкретно в высказываниях Дмитрия Анатольевича все-таки почувствовали ту позицию, которая уже выработана в целом по стране, и которая будет реализовываться в ближайшее время.